Любительницу киноновинок и ярких спецэффектов сводите на фильм «Робот по имени Чаппи», мировая премьера которого состоялась 5 марта. Лента расскажет о недалеком будущем, в котором появился робот, способный мыслить и чувствовать. И люди в страхе за собственную жизнь пытаются истребить новое поколение думающих машин. Новые эмоции ждут вас в сети кинотеатров «Империя грез». Любительницу активного отдыха ведите в Сормовский парк. В веселых соревнованиях за ценные призы женщины смогут посоперничать с мужчинами и доказать свое превосходство над сильным полом. Самым ожидаемым событием станет забег на шпильках. Весело будет и детям, и взрослым. Приходите в Сормовский парк на площадку в семейной зоне аттракционов к 12 часам. Первые 500 посетительниц получат приятный сюрприз. Для любительниц искусства и всего прекрасного в усадьбе Рукавишниковых состоится сразу два уникальных мероприятия. 7 марта будет открыта выставка живых цветочных композиций от лучших флористов города. А в день праздника там же выступит Нижегородский русский народный оркестр с концертной программой «Милым женщинам посвящается». Режим работы усадьбы Рукавишниковых 7 и 9 марта с 12 до 19 часов, 8 марта с 12 до 16 часов, после чего в бальном зале начнется праздничная программа. Не пропустите! А для спортсменки приятным сюрпризом станет поход на каток в Нагорном дворце спорта. До 9 марта там проходит женский уикенд. А в ночь с субботы на воскресенье прямо на льду все девочки, девушки и женщины смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть подарки. Приятных вам выходных!